Рита Пылесосовна, ты ж не хотела жрать, а сейчас потому что кошечка ест. И ты тоже захотела. Ну ладно. Кушкай, кушкай, никого не слушкай. Луночка, ты кушаешь? Кушай, мое солнышко золотое. Ой, как вкусненько. Ой, как вкусненько. Как она смотрит на Хориту. Моя девочка. Хориточка, вкусно? Что это за бумажечка? Откуда? Оттуда. Все оттуда. Ты уж сюда приехала. Эй, Люсь. Люсь, отойди. Все съела уже? Ой, молодец. Ты ж не хотела. Что значит жадность? Жадность фраера сгубила. Все? Чистота – залог здоровья. Да, и ее в мисочку подлезала. Молодец. Да, еще сюда полезь. Кисуня, она сейчас сожрет твой корм. Иди ешь. Все? Накушкалась? Накушкалась? Обжорик. Пылесос, ты видела, Луна? Она все сожрала. Все, не оставила ни кусочка тебе нигде. Ни тут, ни там. Видела, Кисуня? Кисуня, ты видела? Иди доедай свой корм. Иди сюда. Иди, Китютик. Китютик, иди доедай. Иди, очень вкусненький кормик. Иди, свеженький. Только приготовили для тебя специально. Кушкой. Кушкой, никого не слушай. Не бойся Хариту, она тебя не обидит. Тетечка идет с магазина. Я ее в магазине 2 часа назад видела. Наконец-то вернулась. Ну и слава богу. А то мы думаем, где она ходит. А она вернулась. Он улетел, но обещал вернуться. И вернулся. Не чавкай, ты же девочка. Луна. Так у нас проходит обед. Женщина, а вы куда? Вы же сегодня выходная, опять куда-то сумки прете. Куча дел. Только у нас никаких дел с тобой, Луна. Только пожрать и поспать. Хамдуляля, рабы лялямин.